В ГТК проводится постоянная работа с личным составом не только в области повышения квалификации, но и исполнения кодекса чести таможенника, а также соблюдения этических норм в общении с гражданами и экономическими агентами. Общение жителей и гостей республики с представителями таможенной службы в основном ограничивается несколькими минутами в процессе проведения контроля на пункте пропуска. Правда, порой оно оставляет тягостный осадок, о чем говорят жалобы, поступающие в ГТК от граждан. Все они рассматриваются, и в целях исключения подобных фактов руководители структурных подразделений комитета и таможен проводят постоянную работу с личным составом, как в ходе специальных занятий, так и процедуры развода, с которой начинается каждый день службы линейных инспекторов. Помните, что вы являетесь лицом нашей республики. Первое впечатление республики у людей складывается в общении с вами. В таможенных органах принята типовая методика ведения разговора линейными инспекторами при производстве ими таможенного оформления и контроля товаров, принадлежащих физическим лицам. Добрый день, таможенный контроль, линейный инспектор КПП ТРМС Никулин Александр Сергеевич. Перемещаемые вами товары и транспортные средства подлежит таможенному контролю. В ГТК подчеркивают, что и граждане, перемещающиеся через границу, должны помнить о правилах поведения в зоне таможенного контроля и общения с представителями госвласти. Тогда их общение будет взаимовежливым, а процедура контроля максимально оперативной.